По предварительным данным единого дня голосования в выборах на пост губернатора победу одержал действующий глава региона Сергей Ситников. Он набрал 66,11% голосов. На второй позиции Валерий Ижицкий, набравший почти 21%. На третьем месте по числу голосов Сергей Петухов, у него 4,74%. Затем Юрий Кудрявцев, набравший 4,39%. И еще два кандидата набрали менее 1% голосов. Депутатам Костромской областной думы по одномандатному округу номер 12 от города Буя и Буйского района вновь избран Олег Скобелкин. По партийным спискам в региональный парламент «Единая Россия» лидирует, на второй позиции КПРФ, затем «Справедливая Россия» и ЛДПР. На выборах главы городского округа город Буй победу одержал кандидат от партии «Единая Россия», действующий глава Валерий Катышев. За него проголосовали 52,75% избирателей. У Ольги Друбышевой от КПРФ 36,5%, у Владимира Давыденко от ЛДПР 7,65% голосов. В Думу города Буя прошли следующие кандидаты. По округу номер 1 – действующий депутат Сергей Крылов. Округ номер 2 – Елена Хазова, выдвинутая в порядке самовыдвижения. Округ номер 3 в городской думе будет представлять Владимир Шашура, выдвиженец от «Справедливой России». Четвертый округ – Юрий Иванов, по пятому округу – Олеся Смирнова. Округ номер 6 – Андрей Валенков, все трое от партии «Единая Россия». На седьмом одномандатном округе одинаковое количество голосов набрали два кандидата – Надежда Шмидт, выдвинутая партией «Единая Россия», и самовыдвиженец Роман Косарев. По закону победил тот, кто зарегистрировался раньше. Таковым оказался Роман Косарев. На округе номер 8 победу одержала Оксана Комиссарова от «Единой России». На 9-м выдвиженец от партии «Справедливая Россия» Роман Бахарев. 10-й округ представит действующий депутат Ольга Филькер, партия «Единая Россия». По 11-му, 12-му, 13-му, 14-му и 15-му округам лидируют единороссы Михаил Бельков, Оксана Мосина, Александр Гурин, Галина Михайлю, Лариса Золотова. Свой выбор сделали жители Буйского муниципального района. Его новым главой стал ранее председатель Буйского лесхоза Александр Александров, набравший почти 50% голосов избирателей. По центральному сельскому поселению в выборах на главу победил Александр Беляев. Каждое из трех сельских поселений выбрало депутатов. В Барановском депутатами третьего созыва стали Александра Батарева, Татьяна Володская, Яхья Гаджикурбанов, Иван Добродеев, Сергей Пашков, Марина Свирская и Ольга Трепова. В Чистых Барах по округу номер 1 в депутаты собрания депутатов третьего созыва прошли по округу номер 1 Людмила Карминкина, Надежда Крупышева, Вадим Лебедев, Марина Миглинас, Владимир Яковлев. По второму Марина Лазарева, Сергей Лебедев, Александр Никишенко, Галина Смирнова и Валентина Шпакова. В центральном сельском поселении в депутаты собрания депутатов второго созыва были избраны по округу номер 1 Евгений Веселов, Нина Дереволкова, Елена Марьян, Николай Михайлов, Вячеслав Ягодин. По округу номер 2 Алексей Белоблоцкий, Елена Ванеева, Раиса Лаврова, Александр Саврасов, Елена Стасилович. Из выбранных поселковых депутатов путем делегирования будет сформировано собрание депутатов Буйского муниципального района. Как отметили в районной избирательной комиссии, все результаты пока считаются предварительными.